Олечка, ну вот как оформить интерьер с итальянским дворцовым шиком одним звоночком? Хочешь научиться? Хочу. Хочу. Уже присмотрела для себя. Я не буду пока открывать секрет, какой цвет понравился тебе. Да. Если вам тоже хочется кардинально изменить обстановку дома, вот несколько акцентов будет хватать. Но когда мы с вами это набираем, это другой вопрос. Бегаем по магазинам и ищем. А когда сразу мы можем предложить вам готовое решение, это огромный плюс. Один звоночек, и полностью вы меняете интерьер. Потому что вы сегодня выбираете комплект для украшения вашей спальни либо гостиной. Это сразу, Олечка, и шикарное жаккардовое покрывало в стиле барокко с итальянским шиком, с прекраснейшим принтом дамаск, посмотрите, который всегда являлся предметом роскоши. Это ваш стиль, стиль вашего дома, безупречный дворцовый стиль. И, конечно, к этому покрывалу в одну цену и шторы, и тюль, еще и из органзы. Самые благородные ткани собрали в этом эксклюзивном комплекте наши дизайнеры. Ух, я разошлась, даже Оле не даю цену сказать. Значит, Олечка, так, говори скорее. Девочки, первое пожелание, хватайте трубку телефона. Это новинка, и по такой сногсшибательно низкой цене, что невероятно. Вы получаете две портьеры, вы получаете два подхвата, вы получаете тюль, вы получаете покрывало. И у нас есть три цвета на выбор. Этот цвет называется голубой. Давайте сразу посмотрим на другие два цвета, потому что я просто переживаю, что может закончиться в ближайшие 5 минут все. Давайте, да, цвета смотрите. Еще представлены. Вот такой вот очень терракот. Приятный, да, терракот у Олечки. Очень красивый. Такой с какой-то с бронзовой, да, с бронзовым очень отливом. Красивый. Очень красивый жаккард в данном случае, правда, просто очаровательное исполнение. У Олечки здесь, если синий, да, цвет голубой, он идет по барокко, это итальянский рисунок. В данном случае современная классика. Вот терракот, да. Здесь растительный орнамент, объемный многослойный цветок. И классика жанра, который подойдет абсолютно под любой интерьер. Цвет бежевый с золотым отливом. То есть этот цвет называется золотой. Здесь прямо эффект сусального золота. Посмотрите, как будто бы вот прямо пинцетиком сусальное золото вот так выкладывали. Этот цвет золота, запоминайте. Видите, прям точный эффект сусального золота. Каждый индивидуален. Я не знаю, как вы будете выбирать. Надо два, наверное, выбрать. Брать надо два. Я лично для себя так решила. Берем два комплекта. Определиться просто. А вот приедет к вам два. Вы решите, какой вы дарите, какой оставите себе. И еще раз. Покрывало. Какого размера? Евроразмера покрывало, уточню, да? Вы представляете, какой это набор? И шторы, вы посмотрите, это портьеры. Подхваты и тюль. Тюль в комплект входит. Докупать его не нужно, вы представляете? Паутинка. И голову морочить не нужно. Органза здесь сжатая с строчкой, выполнена под паутинку. Я очень прошу показать покрупнее. Красиво. Потому очень. Что у нас такого еще не было. Этот комплект собран из лучших, самых благородных тканей. Это декорированная органза. Просто потрясающе. Вот, спасибо большое нашему режиссеру Юлечке. Юля, спасибо, мы видим фактуру, потому что, да, это надо смотреть близко. Как это... Я вам объясню, Олечка, демонстрирую, а я объясню, подкидывай. Прям это паутинка. Посмотри, ну это прочная органза. Она выполняется с ниткой. Это вшивная нить, вплетенная, вот как в жаккард. Это жаккардовая органза. Но она выполнена с эффектом паутинки. Посмотрите, какое интересное дизайнерское решение. Дом будет необычным, интерьер будет не как у всех. Создайте индивидуальный образ вашего дома. Итак, называется комплект «Королевское золото». Этот цвет называется «Голубой». Две портьеры, два подхвата, тюль и покрывало евроразмера. У нас есть еще и цвет терракот. Юль, а в какой ты рекомендуешь интерьер? Вот смотрите, цвет терракотовый теплый. Поэтому, если вам не хватает света, уюта, то терракотовый оттенок. Если не хватает пространства, возьмите золотой, он расширит визуально. Ну а если, наоборот, нужна прохладца, знаете, такой релакс, расслабление, возьмите цвет голубой. Опять же, здесь по стилистике они разные. Если терракот у нас идет современный, классики, да, то есть это цветы объемные, мы сейчас с вами посмотрим, как они выглядят, фактуру обязательно, то голубой цвет, это дворцовый стиль, это стиль барокко, там характерный принт в итальянском стиле. Но в любом случае, все три комплекта созданы из самой роскошной, добротной ткани, благородного многослойного атласного жаккарда. Очень красиво, конечно. Вот знаешь, мне потрясающе, мне очень нравится, а еще я хотела тебя спросить, вот сейчас видно, у нас стеганый же покрывал, да не просто тонкая ткань. Это стеганый
стоганое покрывало. Да, смотрите, еще расширяем функционал. То есть, Оль, по сути, не 6 предметов, а я скажу, что 7 смело. Потому что покрывало стеганое на синтепоне, его можно использовать как одеяло. Ткани очень тактильно приятные, поэтому это не только элемент декора, это еще функционал. То есть, это прям вот легкое летнее одеяло. Можно укрываться самим. Так, вопрос из колл-центра. Нам дозвонилась Алия и спрашивает, как будем вешать? У нас там что, крючки какие-то? Ага, от покрывала перейдем к шторам. Мы все время будем, да, внутри комплекта гулять. Шторы на шторной ленте, Олечка, вешать будем совершенно спокойно, без каких-либо проблем. Неважно, какое у вас там крепление, что на вашем карнизе. На любое. На абсолютно на любое. Итак, знакомимся с цветом терракот. Вот она, красота. Вот. Я знаешь, что хочу? Да, попробуй. Показать? Я хочу передать бронзовый блеск. Давай. Попытаемся мы для вас это сделать. Сейчас от режиссера будет многое зависеть. Давайте попробуем. Потому что здесь не просто терракот, здесь бронзовые переливы. Очень красиво. Основа такая, как золото с серебром смешанная. Что-то какое-то невероятное чудо просто. Дизайнеры ткани, мало того, что да, такие совместили, благородные, они еще и оттенки использовали. Какие-то просто вот удивительные. Вот даже, знаете, это какао больше цвет, да, вкусный такой цвет какао. Он даже немножко розовый-терракотовый. Вот называется он терракотовый, но он очень нежно-розовый, знаешь, такой очень приятный. Потрясающий, теплый оттенок и объемные, потрясающие цветы, они как раз-таки вот это плетение. Вот хотела тебя спросить, вот цветы смотрятся объемными и, конечно, за счет ткани, за счет сияния. Хотела тебя спросить, а вот эти цветы, они нарисованы сверху или как воспроизводятся? Это не печатный принт, это жаккард, то есть рисунок, который вы видите, сплетен. Это многослойное плетение. Несколько нитей используется. Шелковая, матовая ниточка и такая микрофибровая подхлопок матовая, да? И получается, как будто мазки. Ощущение, что рисовали. А это нить, это прочнее, добротнее намного. И это, конечно, говорит о качестве, которое было изобретено еще больше 200 лет назад. Жаккард изобрел, когда машину, которая может плести такой узор. Наполеон был просто в шоке, он был очарован. И Жозеф-Мари Жаккард, французский ткач, получил тогда огромную премию. Представляете, технология не менялась веками. Вы слышите, что я говорю? Веками. Вот больше так. 200 лет качества. Итак, внимание, набор. Королевское золото. Вы получаете покрывало стеганое. Вы получаете две портьеры. Вы получаете два подхвата. И тюль. Также идет в комплекте. Хороший размер. Вы посмотрите, у нас трехметровый тюль. 300 на 370. Покрывало евроразмера. 200 на 225. А сами шторы переливаются блеском, сиянием шелка.